макет Беретты F92 от компании Denix. Интернет-магазин «Попади в десятку». Это модель знаменитого пистолета, сделанная из хромированного металла. Накладки его рукояти пластиковые и черные. Это всего лишь модель пистолета. Она ничем не стреляет и не является оружием. У пистолета можно нажимать на спуск, передергивать затвор, взводить курок и спускать его. Курок можно взводить как посредством затвора, так и отдельно. Целик с мушкой здесь повторяют оригинальные. В стволе пистолета есть отверстие, и заканчивается оно довольно глубоко. Также отверстие есть и со стороны патронника. Такие элементы управления, как клавиша затворной задержки, предохранитель, здесь не работают. Есть возможность извлечь магазин. Делается это с помощью привычной клавиши. Подаватель в магазине подпружинен и двигается. Масса этого пистолета 950 граммов, а его длина 217 миллиметров. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.